Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing 2. Ну что, давай посмотрим Кубок Сумрачной Долины. Надеюсь, у меня все будет нормально, потому что до этого, ребята, просто какая-то беда именно была с управлением. Ё-моё, нифига там мотоциклист наяривает, его там в мясо колбасит, просто в мясо. Так, а кто у меня там сзади? А сзади у нас спортивное авто шпарит. Но я первый приехал. Слушайте, ребята, вроде бы все нормально, а до этого я просто не мог ехать. Я нажимаю вперед, у меня машину начинает поднимать и переворачивать. Причем я нажимаю на тормоза, и тормоза не срабатывают. Прикинь, сейчас вроде бы все стабилизировалось. Ну, на данный момент, по крайней мере, я вот смотрю, все у меня работает. Воу-воу-воу-воу, ну ладно. Твою налево, блин, твою налево. Ну что же ты, он не заехал, ребята. Вот и все, я потерял преимущество. Да. Вот из-за того, что он заехать не смог, то есть он врезался, я третий? А это... А что с этим-то случилось? Я не понял. Что случилось с этим охламоном, который там сзади был? Почему он не смог проехать? Смотри, 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 мотоциклист опять, ребята, наяривает по полной программе. Вот, ты видел вот сейчас вот как машина у меня перевернула? Вот что-то типа того было. Только это было на постоянной основе. Куда я там лечу? Фиг знает, что там впереди. Есть, ребят. Первое место. Отлично. Это я сейчас только вернусь на свое прежнее место. Потому что смотри, как меня назад откинуло. Это вот я ездил, не мог, ребят, ничего сделать абсолютно. Так, ну что? Поехали. Миля шахтера. А, бесплатный сундук я еще не открыл. Как это так? Крылья, ускоритель, фляг. Отлично. Ну что, погнали. Так, идеальный старт у нас произошел. Так, эта ролейка у нас с чем? Ага, я понял. Она с этим, с ускорителем, да, едет? Вот сейчас вот нафига вот это надо было делать? Ух! Аж дух захватывает, как мы шпарим здесь. Давай-давай-давай-давай-давай, заезжай, парень. Отлично. Так, ребята, у нас тут что, одна гонка, что ли, получается? Я не могу понять. Одна гонка, но большая, да? Скорее всего, так оно и есть. Но, тем не менее, я должен быть здесь первым. Где там финиш-то? Вот он. Да, ребята, приехал первым. И шикарно, причем приехал-то. Неужели? Я добрался до своего места, откуда я начал. Так, ну, как я уже говорил, сегодня вряд ли... Кстати, надо позороваться. Вряд ли сегодня я смогу побить какие-то рекорды. И, кстати, меня попросили почистить здесь. Только вот я не помню, как чистится у нас. Ну, я имею в виду места. Ага, может быть, вот здесь вот. Так, второй лидер. Бумер. Сейчас мы посмотрим, кто здесь не играет. Править команду. Блин, это не то. Разблокировать. Попросили мне Миша. Говорит, что я его заблокировал. Он играл когда-то. Но я никакого Миши здесь не вижу, если честно. Нету никакого Миши здесь. Муну вижу, Мишу не вижу, к сожалению. А как вы говорите, удаляй тех, кто не играет? Как ты увидишь, кто здесь играет, а кто нет? Я лично не могу этого понять. Почисти место. Не знаю. Так, ладно, друзья мои. Нам надо дальше ехать. У нас кубок все-таки пустыни, как ни крути. Довольно ответственно мы подходим к этому делу.
Так, тихо-тихо-тихо, не гони так слишком сильно. Е, первым, ребята, я приехал. Сколько тут? Тут будет у нас 3 гонки. Идеальный, опять же, старт. Приземляемся на колеса и немножечко начинаем. Все равно что-то вот немножко, ребята, вот как-то не так. Что-то, по-моему... Оу. Да, вот это была беда. А я так понимаю, у него монетный ускоритель, что ли, был? Или что, как он там подгазовал? Я не вижу, если честно, никакого ускорителя. Вижу крылья у него, да. Все из-за этих кактусов. Просто кактусы меня здесь вообще смутили, ребят. Опять что-то врезался во что-то, блин. Рахат Лукумыч. Давай, 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 давай. Замечательно. И вот он финиш. Да, ребят, первый. Блин, а где же там, интересно? Ага, то это только 40 тысяч. Ребята, бонусный сундук. Нет, это можно, конечно, получить его. Но это, знаешь, это нужно просто засесть на целый день. На целый день сесть и играть. Просто играть в эту игру. И тогда, возможно, да. Ё-моё, что мне так подкинуло-то? Во-во-во-во-во. Смотри, смотри, смотри. Смотри, ватрушка что делает. Ватрушка, вертушка. На нитро. Просто проехал всю эту гонку на нитроке. Ладно, хламон ты ушастый. Сможем заехать? Шиш там, блин, сможем заехать. Сколько я времени потерял, ребята, а? Вот так вот. Это было зря. Зря это пытаться заезжать. Чувак разбился. Ни с того, ни с сего. Эть! Блин, третьим. Не успел. Ну, опять же, говорю, потратил очень много времени именно на подъем. Я думаю, что ты со мной согласишься. Согласись, там явно было, что из-за подъема мы сфейлились. Он опять вертушка там наяривает. Так, что у нас тут? Я понял. Просто я быстрее созрел, чем кто-либо. И занял первое место. Так, и по итогу я опять первым. Ну что, 6 тысяч монет будет вскоре нашим. Слушай, прикинь, сейчас взять, например, супердизелек и на нем погонять. Мы ведь давно не ездили на нем. Я даже, если честно, забыл, как там управление, как там что. Но можно это все легко вспомнить. Так, здесь у нас первое место. Давай двигаться дальше. Кстати, у нас деньги... Как деньги накопятся, мы сразу с тобой будем прокачивать Хилл Климп. О, мотоцикл, как ты видел, шпарит. Будь здоров. Приехал первым. Да, мотоцикл, возможно, быстрый. Но, ребята, он опасный. На нем можно перевернуться просто в легкую. То есть вот смотри, как он едет. Почему мою машину опять закидывает? На, вот. Зачем надо было турбину-то врубать? Есть. Первое место просто залетел на него. Так, давай-ка мы попробуем взять наш супердизель. Кстати, не супердизель, а мы должны... Деньги у нас сколько? 71 тысяча, да? Так. Итак. Ну что, осталось 8 уровней, ребята, прокачать, и все будет у нас окей. Ну что, попробуем, что у нас тут вообще установлено. Давай, во-первых, глянем. Так, колеса.
монетный ускоритель. А нужен ли он мне здесь, этот монетный ускоритель? Вот в чем вопрос. Блин. Ладно. Шут с тобой. Давай вот так вот попробуем. Так, у нас есть какой-нибудь новая краска для этой машины? Есть зеленый, есть синий, есть фиолетовый. Ну ладно, фиг с ним, пускай будет фиолетовый. Ну что, ребята, тряхнем стариной. Ух. Да. Вот именно с амортизацией, ребят, проблема. Куда же там летишь-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут первыми просто влетели, так сказать. Но тяжело, ребят, тяжело. Вот в то, что он супер по прыжкам, это, конечно, ребят, неоспоримый факт. Прыгать ему, как говорится, хлебом не корми, дай. Так, у нас там баги впереди, да? А он с монетным ускорителем, по-моему, или с чем? Я вот не вижу. Вторым. Да, второй. Трэш какой-то, смотри, как он летит. Просто как оголделый. Ну, все. Все, начинается вот этот фейл. А баги спокойненько перелетает, да, это все. Ну, не в этот раз. Хе-хе-хей. Вот тебе и тряхнул стариной именно на нашем супер-дизельке. Кстати, прикольные доспехи. Так, давай-ка мы откроем сундук. Что у нас тут? Амортизаторы прыжков, стартовый ускоритель. Так, нормально, да? Весенний город. Весенний... Что там бесплатно? Бесплатно. Блин, это за рекламу. 400 очков. Если получишь, ты получишь вот эту вот машину. Выскочка. Да. После, наверное, после того, как мы прокачаем хилл-климп, я, наверное, буду... качать либо вот это спортивное авто. Не знаю, либо тягач, либо спорткар. Ну, спорткар как-то мне не нравится. Если честно, спорткар мне не нравится. Спортивное авто. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига тут. Друзья мои, я самое днище в данный момент. Смотри. И там что, все на ускорителях, что ли, едут? Такое впечатление, что да. Я вон GLC с ним тут борюсь, с этим немцем. Так, я вроде бы его обставил. И вот здесь вот, к сожалению, я не смог обогнать. Ну, я тебе скажу сразу, это был такой у меня старт. Был бы старт идеальный бы. Возможно, бы приехал первым. Так, облегченная версия машины у меня, да, стала без крыши. Насколько я помню. И главное приземляться. Приземляемся удачно, значит, набираем. Так, куда-то там наверх поехал. Фига он там втопил. Да, он, ребят, с чем он там едет, не могу понять. Да ничего вроде бы такого нету. Ну, пока я твердое второе место занимаю на данный момент. То ли у него там прокачаны крылья офигенно, что он так порхает там, как, не знаю, как летун.
то ли еще чего. Вон он сзади. Он уже практически меня догнал, но все-таки здесь я взял первое место. А что там у него такое? То ли в руке, что ли, у него гитара, там не могу понять. Да, сложно с такими ребятами бороться. Буду честен. Видишь, они эти лужи просто перелетают, а я в нее пиндрюкиваюсь. То есть тут у них два спорткара, так сказать, борются за место под солнцем, да? Вот это вот нафиг не надо. Есть! Круто. Вот так вот, ребята, с бизонами драться. Фух. Так, кубок городской воды. Слушай, может быть, нам... Блин, был бы вот монетный ускоритель бы у меня. Я бы взял бы монетный ускоритель, я бы взял бы себе нитро. И я взял бы себе магнит. И все, ребята, и вообще не было бы никаких проблем бы. Шуршал бы тут, рвал бы всех налево и направо. Ну, опять же, единственное, что я тебе скажу, что надо прокачивать и монетный ускоритель. Кто там, что там опять? Тихо. Давай, 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 на колесики. Главное приземляться на колеса, и тогда будет нам, ребята, счастье. Я имею в виду именно на два колеса, потому что у нас при идеальном приземлении идет некий такой буст. Упс, пойду-ка я понизу. Кто-то там опять полетел куда-то. Иди, летун. Летит он там. Ну, я тебе скажу, что это у него штука не прокачанная, 100%. Он, видишь, на амортизаторах еще делает прыжки. Это, по-моему, вообще трасса, честно говоря, не для этого. Хотя, как не для этого? Он там уже, смотри, куда перелетел. Но, тем не менее, я все равно первый. Верно? Конечно. Конечно, ребята, я первый. Так, ну что, 6 тысяч монет мы забираем. Слушай, а что у нас за ежедневки? Пройти, так, лес. Получить 250 времени в воздухе. На скутере. Эх, на скутере. Не дано, ребята. Так, кубок ледника. Здесь у нас будет всего лишь две гонки. Кипящая кто-то там. Кипящая, кипящая что-то. Так, опять ветер этот. Ветер вредитель, я тебе так скажу. Чудом просто не этот, не погиб. Помнишь, тогда льдина мне там на голову приземлилась? И все, и там было... И там было хана. Что? Какая горючка? Не надо мне тут ля-ля. Горючая мне тут записывает уже. Что типа... Сбавь обороты, да? Или возьми где-то горючку. Блин, горелый. Есть контакт. Чудом я в первый раз, по-моему, проехал нормально по костям, и все как полагается. Вообще ничего не вижу, что за туман? Все, ребята, приехали. Но здесь я классно, классно проехал сам даже для себя, ребята, на удивление. Так, ну что, поехали. Столичный кубок. Интересно, 40 тысяч кубков сегодня смогу взять или нет? А все равно я в любом случае не успею взять этот, как называется-то, ну, пройти чемпионат. Смотри, опять вот у меня машину вот эту вот закидывает. Ну, нафига вот это вот делать? Чего ее так мотыляет-то? Не было же раньше таких проблем. А теперь ее закидывает. Это меня немножко... Ну, как сказать, немножко? Это меня немножко напрягает даже.
Так, допустим. Есть, все равно первый. Ты видел, как я там врезался, кувырнулся и встал на колеса. Погнали, погнали, погнали. ККМ-ка там, рожа обезьянья какая-то едет. Неужели мы с собой не какую-то макаку не сможем обогнать? Ну-ка, 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 интересно. Есть. И пошел карасиком на дно. Слушай, а у нас что, еще один сундук есть красный? Раньше вроде бы один всего давали. А вы в курсе, что я, ребята, хотел эту игру поставить на другой эмулятор, и я не нашел этой игры в Google Play? Прикиньте, ее просто нету. Там есть разные копии, но только не именно этой игры. Так, подожди, тут кто-то свистит, я так понимаю, да? Тут опять свистопляска появился. Ну да, вон он там летает. Ну тут трасса короткая, поэтому... Тем более он поставил это все на баги. Не, на баги это в принципе нормально, но... Она, наверное, и без этих штук сможет спокойно летать. Чего ж там скрывать, да? Ей даже не требуется никакого там дополнительного ускорения. Тем более в виде летунчиков всяких. Слушай, вот эта машина прикольно смотрится. Мне нравится скин на этой машине, на ролике. Так, а я открываю сундучок. Так, защитная арматура, ароматизаторы прыжков. Ну что, путешествие на пальцах — это у нас, как всегда, пляж. Так, ребята, выпало там. Игра установилась. Почему на весь экран вылезла, я не понимаю. Это сообщение, блин. Оно меня избило с патологии. Короче, блин, из-за этого вылез на предпоследнее место. Давай, 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 газуй, 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 родная моя. Так, здесь тоже, да, у нас получается... Упс, вот так вот. Лучше лишний раз занырнуть, а потом солидно вынырнуть. Как-то так. Всюх. Ну что, последняя гонка, нам нужно первое место взять, если мы хотим... Майк-о. Так, давай, давай, давай. Опа, отлично. Куда там летишь? Нифига не видно. Куда ты летишь? Куда ты там приземлишься? Вовремя сработало ускоритель. И, ребят, тем самым я запрыгнул на первое место. Миля в пустыне. Следующая трасса далеко-далеко. Что далеко, то становится близко. Раду. Какой-то там у нас на первом месте едет. Так. Так то, что ли, быстрее и качественнее проедет, что ли, я так понимаю, да? Ой-ой-ой-ой, ребят. Вот это было... Это было западло, на самом деле. Так, а что у нас тут? Одна гонка, что ли, я так понимаю? Ну да, скорее всего, тут одна гонка у нас. Как он быстрее меня-то приземлил? Да. Вторым. Чувак ехал первым и стал чуть... И чуть ли не последним приехал. Здоровски. Так, ну что, я второй, ребят. Я второй.
Болотистый кубок. Погнали. Оу, танк. Танк. Этот, как его? War Thunder, да? Тьфу ты, блин. Ненавижу себя вот за это. Просто, ребята, ненавижу. Какого хрена он заезжает наверх и не едет, блин? Аж бесит просто. Так, тихо, тут надо вот так. Опа. Какого фикуса? Как он это сделал? Это же танк, ребят. Это же не какой-то там супер гонщик. Это какой-то вшивый танк. Как он сверху пролетел? Объясните мне. Как он там сверху вылетел? Да еще с такой скоростью. Да еще с таким наизверчайшим ускорением. Не знаю, ребята, как у него там умудрилось поучиться. Но я здесь приехал первым. А по итогу у меня 7 очков. Сколько? Да, я первый. Жжж, чувак. Голожопый. Так, и мы забираем с тобой 7 деталей. А это именно у нас усиление. Это было усиление. Так, слушай, может быть, откроем? Магнит, колесный ускоритель. Такое себе. Зимние шины, амортизатор прыжков. Ну что, у нас опять горячий пляж. Пляжный кубок собственной персоны. Ну и как всегда баги. Это стихия для баги, ребят. Вообще вот этот вот пляж, по идее, он должен быть создан для баги. Но там тягач. И тягач не шутит. Я не знаю, как он вообще умудряется здесь порхать. Это же тягач, ребят, это же тяжелая машина. И как он может ехать, блин, быстрее ролейки? Вот объясните мне. Вот называется, упал как мешок с картошкой. Вон он. Пофиг ему на все. Очень-очень, конечно, тут как-то, я не знаю, летит, подлетает именно по этим ухабам. Может быть, само свойство машины такое, преодолевать вот эти вот всякие пороги и тому подобное на изи. У меня другого объяснения нету. Ну как еще можно так летать? Порхать. Ну ты не вздумай только. Ё-моё, я уже думал, сейчас мы врежемся там. Вон, ты посмотри, вылетел, откуда вылетел, как он туда поднялся, как он забрался, вообще не понимаю. Так, ну что, 40 тысяч кубков уже, как ты говорится, не с грами. Кто-то говорит, Рэй, почему ты ездишь все время на машине? Ребята, а на чем я буду еще ездить, здесь у меня ничего больше и нету. Если бы у меня были бы другие машины прокачаны, конечно бы я ездил бы на других машинах. Сейчас скажешь, ну у тебя же есть раллийное авто. У тебя же есть баги. Да, ребята, у меня это все есть. Но у меня также есть и раллийное авто, и оно тоже прокачано, и я на нем делаю больше и лучше результаты. Вот здесь вот я обделался, согласись, причем по полной программе. Да, и это практически перед финишем. Начал фигней страдать, точнее фигней страдать начала моя машина. Я из нее выжимал все соки, она начала фигней страдать. Просто начала фигней страдать. Ну, если честно, я вообще рад, что она хотя бы у меня едет. Потому что, ребята, сколько там дней, я вообще не мог ничего с ней сделать. Она не хотела ехать, она все время у меня переворачивалась. Так, ну что, последняя гонка, это у нас тут, я смотрю, в городе. Все так идеально стартанули.
И Сережа тоже, да? Сережа Мамба любит прям всех, блин. Е. С Рейчиком не поспоришь. Так, ну что, первое место мы берем. Сколько еще так, если так ехать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь гонок где-то. Магнитная цепь. Это тот самый завод, друзья мои. Да ёпарсета, ну если ты... Слушай, ну как вот так вот можно, а? Друзья, ну вот как вот можно так играть, блин? Это барахло, оно едет и в то же время все, ребят. И в то же время начинает, ну просто слетает. Чувак врезался, и тот врезался. Прикинь, так я второй приехал. Видишь, я куда-то улетел за кадр. Вот он набирает скорость. И вот надо на скорости ему просто впендрючиться в какую-нибудь транспортерную ленту или еще во что-нибудь. Ну вот я заметил, это вот. Вот это. Все, короче. Обычно мы в этой магнитной цепи редко когда проигрывали. Очень редко. Ну а тут я смотрю, это просто закономерность у нас какая-то. Так, мы с тягачом, что ли, будем тягаться? Хорошо сказал, да? Тягаться с тягачом. Ну, то есть я твердо, уверенно иду, ребят, на второе место. По всем, блин, параметрам. Опять же, объясню, ребят, если бы не вот эти два врезания, которых у меня было. Так, тягач вырвался вперед. Не знаю, каким макаром так умудрился в лидеры газануть. Так, и получается у меня какое? Да, у меня второе место. Опять магнитная цепь. Нет. Это пустыня. Почему-то было написано магнитная цепь. Багги, успокойся. Иди там, я не знаю. Пожуй грязи. Ага. Такая трасса с подвохом, да? Я бы сказал бы. Чё там, кактусовая тусовка? Чё себе название у трассы? Кактусовая тусовка, ребят. И опять это багги впереди, а? Надо ее накумарить. Пускай она там свои кульбиты наяривает. А мы с тобой вот так на два колесика, правильно. Ух. Давай, перелетай тут бугор. Отлично. Смотри, как я оторвался от них. Шикарно. Они там где-то позади. Дым от моих колес глотали. Идеальный старт. Вот сейчас бы, как раз было бы хорошо, да? Бустануться. Так, спортивное авто меня не оставляет в покое. Но все-таки я приехал первым. Так, что тут у нас? Открыть касанием хватит у нас? Хватает. Давай тогда вот это еще. И вот это. Ускоритель дым. Всякая ерунда, ребят, достается на самом деле. Ну, этот видос будет уже, наверное, выложен завтра, скорее всего, у нас. Сегодня я уже не успею. Сколько времени-то? 11 час вечера. Мне так не показалось, что что-то машина у меня как будто немножко с ума сошла. Просто сейчас такие гети, да? Вижу скорости. Почему они все носят крылья? Что дает крылья? Ну, кроме как планировать в воздухе. Оно же ничего больше не дает такого полезного. Или я что-то не знаю про эти крылышки. Ребята. Упс. Такой, знаешь, прикол.
Да. Резкий такой вниз спуск. И кто умный и сообразил, тот, ребят, как говорится, и выжил. То есть схитрил. Так, облегченный вариант машины у нас получился сейчас. Так это все опасно выглядит, блин. На скорости, когда ты такой сумасшедший едешь, и у тебя сверху нету крыши, любое неверное движение и просто шея набекрень. Ну, ты сам знаешь. А вот, ребята, и трасса Била. На трассе Била опять тягач тут присутствует. Ну, давай, супостат. Тут и... Вот, вот об этом я тебе говорю. Смотри! Да. Сами себе подосрали, одним словом. Захотели папочку обмануть, а? И сами попали в лужу. А так они неплохо, конечно, ускорились. Я не знаю, ребята, почему этот охламон так летит, зверско тягач, но он летит офигенно. И тут ты с этим ничего не поспоришь. Летит он с этой горы, может спокойно там пролететь, фиг знает сколько расстояния. Кто там у нас? Я смотрю, ватрушка. Так, ККМ-ка меня догоняет, ребят. Прям вот серьезно меня догоняет, но не догонит. Кишка слаба у вертушки этой. Блин, без идеального старта получилось. Мне постоянно приходится сбрасывать скорость, потому что моя машина начинает... Ее начинает заносить. Именно передок у нее задинается, и все, ребят. Смотри, 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 что тягач делает. Да как ты, блин, вшивый, меня можешь обогнать-то? Я не понимаю, как, ребят, ну... Просто на ровном месте подгазовывает, и все. Босс? Упс. А я что-то, ребята, и не готов был, честно говоря, к боссу. А у нас тут босяцкий. Как ты видишь, собственно, гора смерти же, да? Да иди ты, хмырь болотный, блин. Ладно, ну-ка давай вторую. Твою налево, блин. Вот это что такое сейчас было? Да я все кочки тут пересчитал, блин. Да. Просто у меня нет слов. Да он изначально быстрее меня двигается, друзья. Ну как тут можно с ним бороться? Ну согласись. Понятно, короче. Вообще в сухую, просто в сухую меня сделал. Так а что бы сразу уже, сразу бы, я не знаю, на туда перекинули? Совсем недалеко. Еще трасса такая дурацкая была, блин. Смертельные, блин, гонки. Кто там сзади едет? Раллийное авто? Какой-то Андрей, блин. Вот так вот. Да я там еду. А вот это называется уже, ребят, западло было. Все, откатался. И еще дальше отъехал. Вообще замечательно. Вообще круто.
первый. Первый, первый, я первый. Тут что, еще лихач присутствует? Точно. Кто-то там, по-моему, врезался хорошо, да? Перелетел там фиг знает куда. Так, не надо так слишком высоко подлетать. Нам достаточно будет небольшого трамплинчика. Так, тут 4 гонки. 2 уже проехали. Так, с лихачом, что ли, будут тут соревноваться? Помню я эту пакость. Кто-то там перевернулся на своей спортивной какахе. Ну, а я тут, видишь, вот, все, все, сбился, называется. Сбился, блин. Ладно, все равно, пока я на первом месте. По очкам. Но это не говорит, что я не должен тут нормально ехать. Такс. Есть. Первый. Фух. Так, ну что, друзья, давайте я, наверное, сегодня закончу. А то у меня есть еще дела, надо уходить. Блин, такой нежданчик босса, блин. Завтра попробуем, завтра, надеюсь, все будет нормально. И попробуем все-таки пройти и взять 40 000 кубков. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.